это Гавайи. Закат, Гавайи, вечер. Тут 26. Крабы дико подозрительные. Как только что-то где-то движется, сразу сваливают. Бегом. Бочком. Выползают опять. Справа вот эта самка, а слева самец. Вот там вот, вон. Это самец, походу. Это не то, что страшно, они не подпустят к себе. Они так смешно с камушков, этот, не знаю, водоросли, что ли, они едят. Все. Вечерний душ принят. Отдыхаю. Сегодня улетать уже обратно. The weather's been great. It was a little rainy yesterday, but the rest of the days that I was here, like 6 days, it was pretty great. Warm and sunny, and just how I like it. Summer's Карелия. Короче, они смешно клешнями сдирают что-то с камушков и в рот к себе. Этими же клешнями. Высовывают. Привет, привет, чита. Yeah, it's pretty nice right now. Ooh. Вот он немножко гавайского заката. Sunset in Hawaii. Кусаются. Вчера при мне какой-то парень ныл, что его... Thanks, bro. Парень какой-то вчера жаловался, что он в воде наступил на краба, и тот его цапнул за ногу. Пришел с девчонкой, потом хромал и плакался где-то полчаса. Больно, наверное. Да, даже когда на пляже. Я помню, я в прошлый раз, когда ездил на другой остров, я лежал, на полотенце лежал на пляже, отдыхал. Спал, по-моему, даже. Я под ногой что-то зашевелилось, выяснилось, что там норка была чья-то. И вылез кто-то из этой норки прямо у меня под ногой. Шхуна какая-то еще фигачит. Not on this island. I hear that this island is bad for surfing. I think they say you gotta go to, I don't know, Kauai, probably? Я змеи не видел. Kauai is probably the best for surfing.
Да не, просто отдыхаю. Ага. Вау. Я фауэй. Я из Карелии, но живу в Сан-Франциско. Крабики, крабики все разбежались, когда я начал на камеру трепаться. Испугались. Thanks, you too. За мной. Давайте я вам покажу, что за мной. О, минус 13, бедный Челябинск. За мной сзади вон дорога, курорты какие-то. Домики. В воде был, да, но я сегодня ходил на пляж с зеленым песком. До него топать пешком километров 5 пришлось. А я еще воду забыл с собой взять. И обратно столько же. И я в итоге там... О, прикольно. Я в итоге там искупался. Правда, я теперь здесь, в песке зеленом. Ой, парочка целуется. Не, ребят, не на меня надо смотреть, на парочку целующуюся. Смотрите. В закате такие просто котики. Контровой свет нифига не видно. Они там глубоко и серьезно целуются. У людей счастье. Ставьте сердечки за счастье людям. Понятия не имею, кто это. Может, местные какие-нибудь, может, туристы. Но им сейчас хорошо. Все, солнце скоро совсем сядет. Ребята, ну нахер с пляжа, портите картинку. Привет, Екатеринбург. Солнце садится уже вечер. Сейчас сядет совсем. Да, что-то крабики сдулись. Мне нравится то, что я рассказываю. Я думал искупаться, нашел этот пляж на карте, но тут пляж такой, Long York. Пляж такой условный весьма, видите, только там песочек, это такой крупный, камушками. Куча народа, он наблюдает за закатом. А здесь все какое-то каменистое, и люди вон там даже заходят в воду. Через камни фиг знает, может там дальше, конечно, песочек, но... О, крабик вышел. На закат посмотреть. Ну-ка, крабик, мы тебя увеличим. Досматриваем закат. Там надо... Уже в аэропорт. Я из Карелии, ребята. Живу в Сан-Франциско. Я в Таиланде ни разу не был. Как ни странно. Мне кажется, половина России там побывала, а я ни разу не был в Таиланде. I don't know, man. Don't ask me for advice. Everybody's got their own journey. Здесь 6 часов, начало 7 вечера. Так, что-то какие-то влюбленные парочки начинают из утесов отовсюду лезть, как крабики. Давайте вы тоже не будете так целоваться у меня перед камерой. Блин, они все целуются. Ребят, ну это самое. Я понимаю, что горько, но... А слева американцы со вспышкой фотографируют закат. Красота. Классика жанра. Ну, так получилось. Я за 3 дня где-то до поездки забронировал все, поэтому никто из друзей, подруг не смог поехать.
Да, завидно. 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 Ребята, на рекорд идут. Ну, не знаю, мне кажется, они уже минут 5 целуются, стоят. Они, наверное, русские. Ну, я 6-й день, я сегодня улетаю уже обратно в Калифорнию. Кстати, говорят, что в Калифорнии тоже сейчас жара. Поэтому, в принципе, не так плохо будет возвращаться. Прикольно, на камере такой, как будто у солнца как будто воронка такая, да? А вживую ее не видно. Вживую просто огромный диск. Что, скоро она совсем сядет. Так, все. Без влюбленных котиков. А-а-а, крабиков затопило. Блин, они на камни аж прям лезут. Чувак, держись. Держись, молодец, выжил. Для тех, кто только что подключился, там справа парочка, которая все-таки перестала целоваться. Закат на Гавайях. Удачно поработать. А, там Титаник уже. Блин, что так нечетко? Давайте, ясно. Где у нас четкость? Камон, 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 камон. Наводись, дружище. Ну чё за ерунда? Давайте, у нас тут сейчас солнце сядет. Ну-ка. О, неслась.
nice. I'm sure you're gonna love it. I like Hawaii. Look forward to coming every year. And we're done. Вот, все, кончилось солнце. Что крабик побегали, опять забегали. Все, предзакатные птицы, эти, птицы, рыбки эти поплыли куда-то. Дальше. А мне надо в аэропорт уже ехать, собираться. Вот такие были Гавайи в этом году.